В Бердске Федеральная служба судебных приставов существует уже более 20 лет. Ее сотрудники занимаются исполнением судебных решений и показывают реальные результаты своей работы. На сегодняшний день служба судебных приставов города Бердска занимает второе место в рейтинге отделов области. По итогам работы за 2016 год наш отдел занял второе место в общем рейтинге отделов судебных приставов по Новосибирской области, что является, безусловно, очень хорошим показателем нашей работоспособности, нашей взыскаемости. Второе место – это общий рейтинг. А конкретно, что касается исполнительного производства, мы заняли первое место. Работа сотрудников Федеральной службы судебных приставов достаточно обширна. Взыскание неоплаченных штрафов ГИБДД, кредиты, алименты, коммунальные и другие долги. Ежегодно приставы возвращают огромные суммы, работая со всеми категориями населения. Впрочем, цифры статистики говорят сами за себя. Только с начала 2017 года в отделе судебных приставов нашего города находилось 1640 исполнительных производств о взыскании задолженности за коммунальные услуги, из которых за два месяца было окончено 320, фактическим исполнением 204 исполнительных производства. В пользу кредитных учреждений находилось 3850 исполнительных производств, из которых с начала 2017 года было окончено 305. О взыскании алиментных платежей, что, наверное, очень интересует многих жителей как нашего города, так и в целом по стране. Значит, по истечении двух месяцев на исполнении находилось 1150 исполнительных производств, окончено 115. Стараемся, прикладываем все силы, потому что, наверное, такое направление, как алименты, является первостепенным, потому что затронуты интересы детей в первую очередь. Отдел работоспособный и, в принципе, взыскиваем, люди платят. Те, кто не платит, ну, конечно, приходится применять меры принудительного исполнения, но без этого никуда, это наша работа. Стоит отметить, что уже не первый год отдел судебных приставов по городу Бердску занимает лидирующие позиции среди отделов области. А это, в свою очередь, говорит о том, что работают в нем настоящие профессионалы своего дела.